Это будет самый крутой уикенд в нашей жизни! Просто полный улет! Надо почаще выбираться! Закажем стриптизера! Да! Согласна? Давай! Видел, как я упала? Все это видели, детка. Никто не видел. Ты упала. Пришел стриптизер. Что? Зачем он? Это же клише. Дамы, я, кажется, кончила. Давай, покажи нам свои бубенчики. Фу, милая, из меня хватит. Моя очередь. Сэр, он в порядке? Мистер? И что теперь делать? Кто-нибудь умеет реанимировать? Надо посмотреть на Ютубе. Он умер. О, боже! Я убила парня! Надо вызвать полицию. Нет, никакой полиции. Надо сначала все убрать, а потом... Сперва избавимся от наркоты. Будет сделано. Главное, не нюхать. Ладно, тогда скажи, что сделать, и я сделаю. А? Надо звонить адвокату. Дяде Джеку. Похоже на несчастный случай. Слава богу. Только тело не трогайте. Честно говоря, мы его уже потрогали. Надо избавиться от трупа. О, господи, какой кошмар. Мы не хотим. Нет, разумеется, нет. Но придется. Джесс, у вас все в порядке? Да, все отлично. Похоже, у всех американцев действительно есть оружие. А если нас увидят? Ночь на дворе, все уже спят. Какой классный банан. Что? Большой член за твоей головой. О чем он? О, господи! Очень плохие девчонки. Как вы можете сейчас есть? Миллионы людей заедают стресс. Хотите кусочек? Да, я бы не отказалась. Пожалуй, съем.